Ну что, ребят, мне кажется, тут без демонов-то не обойдется. У Мари есть два навыка, ну, таких средней степени хорошести. Но откровенно, как бы, она раскачку пока не запортачила. И пока мы качаем эти три базы, полюбас придет что-то хорошее. Ну, потому что шанс очень большой на что-то хорошее. Налогу хороший шанс. Опять же, там, земля Афенс хороший шанс. Так что я уверен, что Марит нас не подведет в конечном итоге. Раз уж вначале говна не нахватало. И таким образом... Если еще вспомнить то, что у нас 4 демона лежат, не скупленные. И есть возможность воткнуть питов, которых будет 7. Я думаю, именно так мы и поступим. Здесь еще доберем нычку троглодитов. Здесь, соответственно, будет прирост троглов с нычкой. Прирост гарпий приятный. Все это барахло можно будет передемонить. То есть на демонов, по сути, есть прирост данжевский, прирост собственный, инферновский. Это уже неплохо. Плюс всех колпаков всех можно будет перемашнить, которых тоже, кстати, немало, потому что две нычки. Плюс один хп бы зарешал очень сильно. Где-нибудь на фартике его поймать. Было бы неплохо. Ну а сейчас мы, наверное, тупо ресы будем добирать. Потому что без трейда деньги особо негде брать. Денежных строений нет. Был один только склеп и все на это. У данжа на респе тоже не видно нигде бабла особо. Здесь тоже ничего толком нет. Ну вот у Инферно могут быть денежки, тут надо сейчас доразведать. Вот это можно собирать, тут что-то можно собирать. Михаил, могу ли я думать о том, натолкнул тебя на эту партию? Я ее долго ждал. Нет. Не обманывай себя. Понапрасну. Просто Гомункулс мне написал и сказал, пойдем играть. А я человек простой, мне кто написал, я с тем и катаю. Инферно, Марика, где демоны? Почему?